вход в театр с 1 сентября, со дня открытия сезона, будет через центральный вход с улицы Октябрьская. И к этому времени мы уже выложим определенную территорию плитки, и все будет комфортно. Мы меняем 4000 квадратных метров прилегающей территории. У нас была очень старая, избитая, разбитая поверхность. И сейчас все будет в новой тротуарной плитке. Но не такой примитивной, как мы привыкли, тротуарной, а высококачественной, которая, в общем, я так думаю, украсит театр. Мы разбили новые клумбы, новые газоны. У нас будут новые пандусы с западной и восточной стороны. Новый мрамор пришел с Урала для покрытия поверхности пандусов. В общем, это были такие очень большие, сложные, напряженные и ответственные объекты. К 15 октября мы закончим территорию.